Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов Хашимото Консетсу. Обезьяна. 1940 год. Шелк краски. Вертикальный свиток 51/57. Хашимото Консетсу – непревзойденный мастер в изображении животных. Их повадки, телодвижения, выражение морды, переливы шерсти – все это художник великолепно знал и передавал в своей манере, поразительно убедительно, тончайшими оттенками цвета, контуром или, как здесь, на этой работе, тщательно штрихами и сухой кистью. Однако мастер никогда не переходил грань натурализма. Нельзя не восхититься жизнеподобием шустрой обезьянки, тянущейся к лакомству. Сообразительная, ловкая, с выразительной мордочкой животное стало героем многих японских сказок. Это животное отбирало хурму у краба, обманула медузу, не отдала свою печень дракону. Такие свитки особенно популярны у коллекционеров, и поскольку хурма – осенний плод, используется для украшения квартир и офисов осенью. Ну вот такое описание к работе «Обезьяна», автор Хашимото Консетсу, 1940 год, шелк краски, вертикальный свиток, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.